Всем привет! Сегодня я буду играть в Грэнни. Моя цель за один день пройти эту игру, но мне кажется, что у меня не получится, так как я уже больше полугода не играла в эту игру, поэтому мне кажется, что что-то пойдет не так. Перед началом не забудьте поставить свой лайк и, конечно же, подписаться на мой канал. Поехали! Все, начался первый день, и я просто не понимаю, пройду ли я эту игру или нет. Но примерно 90% это то, что я не смогу пройти, потому что я даже не знаю, что здесь за штуки вообще есть новые. Поэтому как-то так. Так, это что такое? Это car battery. А зачем нам батарея для машины? Я помню, там какая-то машина в гараже стояла, да? Но туда вроде бы никаких батареек не нужно было сувать. Интересно. Так, это место я помню. Место помню. Но мы туда не сможем пойти, потому что коробки не отодвигаются, хотела сказать я, но они сами опрокинулись, поэтому все ок. Здесь ничего нету, но есть такая кнопочка, нажимаем на кнопочку, двигаем стенку, и здесь тоже ничего нету, прекрасно. А, нет, вот, это для калаша, что ли? Но то, что тут калаш есть, я это знаю, я еще играла в те времена, когда появился калаш. Ружье, точнее. Но... Ой... Бабуська, привет! Приветик! Ты у меня спрашиваешь, где я нахожусь? Где я? Серьезно, ты меня не видишь? Какая ты молодец! Она пошла на первый, точнее, в подвал. Вот какашка! Я туда собиралась идти, она мне взяла капкан поставила. Ну вот как ее можно после этого называть не какашкой? Это что за бабуська такая вообще? Почему у нее волосы седые? Вот только в некоторых местах. Они у нее какие-то кривые немножко. Так, где она? О, она ушла. Все, идемте туда. А, ну ты тут кривовато немножко капкан свой поставил, поэтому нормально. Так, самое главное мясо это не опрокинуть. Заходим в этот домик. Да, я знаю, что этот домик находится здесь, потому что я смотрела видео прохождения этой игры, но я все равно ничего не знаю. Прекрасно. Спускаемся в подвал. Сейчас, если мы вот эту штуку уроним, то она сразу припрется сюда. Но нам этого не надо, но все равно припрется. Ладно. Быстренько встаем, опрокидываем тут все, что только можно, и бежим вон туда. Я, кстати, никогда не понимала, для чего нужна вот эта табличка. Потому что полгода назад я эту игру проходила, но эта табличка мне вроде бы не нужна была. Вроде бы. Так, а, вот она, эта бабуська, она пришла. Ну, а мы тем временем бежим в этот, в гараж, в сарай. Как он называется-то? Сарай, наверное. Потому что мы в гараже уже были. Здесь ничего, наверное... Мелон, арбузик, мы нашли тебя. Давно я не видела в этой игре арбуза, поэтому для меня это очень большая радость. Здесь у нас ключ от плейхауса. Ну зачем он мне? Я, конечно, понимаю, что да, круто. Но чтобы взять что-то из этого плейхауса, нужно еще две шестеренки, которых у меня нет, между прочим. Так, бабусечка, иди ко мне. Я знаю... О-о-о. Попробуем открыть-ка дверь перед ее носом. Она нас не заметила. Прекрасно. Все, бабуська, я тебя проверила. Ты можешь уходить, иди отсюда, куда подальше. Я хочу быстрее выйти отсюда. Мне нужно на кухню, потому что я знаю, что на кухне есть какие-то ценные вещи. Потому что там больше всего шкафчиков.
Так, если у меня с голосом что-то не так, то простите, я просто немножко не заболела, конечно, но почему-то у меня голос немножко хриплый. Возьмем-ка вот сейчас вот этот ключик, кинем его и призовем сюда бабуську. Бабуська! Все, бабуська сейчас придет. Она зайдет, а мы выпрыгнем через окно и пойдем на кухню. Хотя это очень рискованно, поэтому лучше обежим вокруг дома. Так, ничего нету. Здесь какая-то штука для машины, наверное. Но она нам пока не нужна. Шкафчики проведаем. Нету. Для картинки нет, нам не надо. Поднимемся на второй этаж, идем в туалет. В туалете вроде бы тоже должно быть что-то. Но что, я не знаю. Сразу откроем шкафчик, чтобы можно было спрятаться. В ванне ничего. Точнее, в ванне есть силуэт, точнее, фрагмент картинки. Но мне эти фрагменты не нужны. Кстати, бабуська пришла. Она на втором этаже ходит где-то. Мне страшно, что она может зайти сюда. Просто я еще не до конца прошла эту игру. Даже какую-то маленькую часть этой игры не прошла. Не понял. Не понял. А где бабуська? Все, бабусечка почти пришла. Она идет куда-то в другую комнату. Ну а мы с вами пойдем, конечно же, на первый этаж, на кухню. Там нам надо обыскать шкафчики. Так, куда она пошла? А, она пошла на чердак. Все прекрасно, ребятки, просто супер. Знаете, я играю на изи, но мне все равно страшно. Не знаю почему. Special Drop. Это для комнаты с пауком. Так, фрагмент картинки нам не нужен. Ну, капкан, ну что ты мешаешься-то, а? Я боюсь, что она сейчас придет. Слушайте, а я в этом шкафчике видела что-то, но я до конца не досмотрела. Похоже, она идет, поэтому мы идем в Playhouse закидывать эту шестеренку туда. Напишите в комментариях, проходили ли вы эту игру полностью. Если проходили, то за какое время? То есть вы могли проходить за 15 минут, за 30 минут, а может даже и час, а может даже и целый день играли и проходили. Ну вот, напишите в комментариях, за какое время вы прошли эту игру полностью. Тан-та-та-та-тан! Вот сейчас я вообще не знаю, где эта бабушка может находиться. Мне страшно. А еще я не понимаю, почему у нее все здесь такое грязное. Я, конечно, понимаю, да, бабулечка. Но мы тут все, наверное, можно. Бабушки, они же, ну, за гигиеной следят, моют дом, еще что-нибудь. А ты что-то тут вообще все оставила, наплевала на все и сказала: вот буду я гоняться за своей внученькой. Я же внученька ее. А зачем меня родители привезли к ней? Я что-то немножко понять не могу. Вот у меня бабушка хорошая, а ты плохая. Так, она сюда приперлась. Какая молодец. Просто супер. Ты моя лапусечка. Все, уходи отсюда. Я хочу ее запереть в бане. В предбаннике. Или это баня. Ну, вы меня поняли. Не знаю, как это сделать, но надеюсь, у меня все получится. Мне очень-очень страшно. Сейчас мы спрячемся здесь. Надеюсь, он нас не заметит. Попробуем взять пульки и кинуть их в баню. Так, пульки возьмутся? Нет? Прекрасно. Пульки не берутся, потому что у нас нет ружья. Просто супер отлично. Я уже не знаю, что мне сказать. Значит, нам нужно что-то принести сюда, но мне ничего тут нету, что можно кинуть, поэтому нам придется идти куда? Какая ты молодец! Зачем ты поставила капкан тут? Ну что ты за... Господи!
Ну, в принципе, можно было взять газолин, но я почему-то его не взяла. Ну и ладно. Сейчас побегаем-ка немножечко. Тут я ускорила процесс, потому что я очень долго бегаю. Зачем мы сюда прибежали, я не понимаю. А, я хочу попасть опять на кухню, потому что я на кухне очень много всяких предметов нашла. Мне нужно, чтобы она пришла сюда, чтобы я точно знала, куда она пойдет. Так, а-ха-ха-ха-ха. Ты пришла, да? Ну и долго ты тут стоять будешь, бабусь? Бабусь. Я у нее спрашиваю, будет ли она тут долго стоять, и в то же время сама эту штуку кидаю, чтобы она еще дольше стояла. Жасмин, ну что ты вытворяешь? Я просто не понимаю. Ну и чё ты не уходишь? Все, молодец, давай, уходи отсюда. Так, капка нище поставила. Ну, ты прям су. Нет! О, я вообще испугалась. Я думала, она уже ушла. Она, оказывается, меня увидела. Козочка, ягозочка, ты что вообще вытворяешь? Так, ну сейчас она точно должна была уйти, поэтому выходим. Я надеюсь, она ушла, пожалуйста. Какая умница, целых три капкана там оставила. Ну что за... Там у нас ничего нету, поэтому туда можно даже не ходить. Расшатали мы мясо, и теперь я боюсь выходить вообще отсюда. Мне очень страшно, потому что она может прийти опять. Поэтому пойдем через нижний вход. Немножко сыкова, потому что я не понимаю, что мне вообще тут делать. Где мне искать какие-то предметы? И на кухню я пробраться тоже никак не могу. Так, бабуська, сейчас у меня последний шанс остается на то, чтобы ее запереть в бане. Я туда кинула газолин. Ой, кабачери. Да, я кинула туда кабачери, батарейки для машины. Сейчас она должна прийти. А что она не идет-то? А, все, вот она пришла. Сейчас мы ее там запрем. Надо всего лишь закрыть щеколду. А щеколда не за... Бабусь, ну что ты делаешь? Там, оказывается, надо было сначала дверь закрыть, а потом эту щеколду. Я сразу щеколду закрывала. Ну все, ребятки, мы не смогли пройти эту игру за один день, поэтому я заканчиваю это видео. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и если вы ждете продолжения, подписывайтесь на мой канал. Ведь вам не сложно, а мне приятно. Всем пока! Кстати, ребятки, спасибо вам огромное за такой большой актив под моим последним видео.